знаковый контент. Какое? Смотрите, мы уже берёмся. Я машину эту заметил первый. Смотрите, какая машина. О, классная. Так, мы поели в Патте. Короче, уже ничего не осталось, чтобы что-то показать. Взяли на где-то $50 на нашу семью. Артём долго возмущался. Почему так дорого? Я не возмущался. Возмущался ты? Обычно... Когда на всю семью берем, это $30-35 в Макдональдсе, в Чик-фил-э. А в Панде вы всегда без меня ходите покупать, я даже не знаю, сколько стоит. Вот поэтому с тобой $50 сегодня. Да, это дешевле, короче. Купила карточки. Не знаю, что мальчик хочет. Хочется подарить что-нибудь такое, чтобы... Ну, в дело так пошло, да? Вот, чтобы там валялось что-то ненужное. Вот, и поэтому купили гифт-карт просто. Надеюсь, мы успеем приехать, потому что как бы нас умницами не называли в этот раз, что мы так типа рано выехали. Что-то я думаю, что мы вот прям вообще просто последний вагон. Не знаю, посмотрим. Так все быстро. Я думаю, уже за поездом бежать придется. Придется, да? Вряд ли последний вагон. Мы встали очень рано сегодня. У нас просто столько всего сразу происходит, что мы не можем собраться вообще никак. Ладно, девчонок там успел как-то причесать, потому что с ними одна убегает, вторая сидит вроде бы рядом, потом вторую, пока не докричишься, не словишь. В общем, это каждый раз такое. А еще Шарлотту мы, кстати, сдавали в гостиницу, мы ее сдали, потому что в тот раз мы уезжали, и Артем просто сидел с телефоном, он поставил камеры, и можно наблюдать за животными, если вдруг мы уезжаем вот так вот на сутки. Вот, и он везде тыкает камеры во все углы, где они, где животные наши. Вот, и Шарлотта, конечно же, в этот раз он услышал, как она лает, потому что она одна, и, конечно же, скучно. И вот сейчас мы даже поехали с одной ночевкой, мы, конечно, ее уже дали в гостиницу. Вот, и в гостинице мы еще и задержались в итоге. Что-то оформляли так долго. Гораздо все быстрее пройдет, потому что мы не первый раз там были. Что-то долговато там очень. Нашли гостиницу, там владелец, по-моему, испанцы. И Шарлотта там была, когда в декабре у нас на каникулах, на зимних. Прекрасно просто, она там отдохнула. Поэтому мы туда же ее отдали. Что-то горит вдалеке. Что-то дым какой-то идет черный, непонятный. Смотрите, вот такие вот карточки две от Target мы взяли, такие тортики симпатичные. Что-то у кого-то там горит, реально, прям черный смог такой. Кстати, меня кто-то спрашивал про то, где я покупаю своим детям одежду. Вообще, я ее покупаю везде. Везде, где можно. В последнее время, конечно же, я часто очень бываю только в Таргете. И поэтому в Таргете мне нравятся вещи. Во-первых, они там все такие модненькие. Во-вторых, они качественные. Там какой-то вот именно Китай, он качественный. Сколько бы я ни брала, какие-то казусы у меня там случались, когда в школу надо срочно что-то купить, какую-то футболочку там приобрести, еще что-то. Быстренько, да, какой-то праздник. Вот. Я всегда прямиком в Таргет, и в Таргете мне всегда нравятся вещи. Я даже себе там иногда покупаю. Вчера я была в Бёрлингтон, заезжала. Это такой магазинчик, такое сердечко нарисованное. Вот. У нас он здесь очень большой, и я купила им очень много вещей, они там недорогие. Так, мы приехали. А Алина, как всегда, у нас. Смотрите, какая красота. Влад 8 лет.
Вот, коричневая крыша. Алинда сама торт же делала, да? Сразу видно. Это на я нет. Ну, пессимист скажет, что, а оптимист скажет по-другому. Так, мы поели пиццу, попили сок и играем. Каролина там на площадке играет. Ты по одной бросай, дочь. Здесь вот есть пирс такой. Мы как-то снимали уже этот парк, когда здесь жили. Так, мимо, давай. Молодец. Ну, там можно сокер поиграть. Кстати, у именинника сегодня в стиле сокер. День рождения. Все такое зеленое, с футбольным мячом. Тематика. А ты немножко спинкой чуть-чуть назад. Вот так вот, да. Садись полностью. Вот. Ветер сегодня, конечно. Кстати, небо какое. Так, сейчас время пиньяты. Булат. Так, а, нет, все по очереди, так понимаю. Только Булат все по очереди, сейчас в очередь стоят. Покажи, что там у тебя. Давай, покажи. Я буду с Алиной одну. А, ну покажи, какие конфеты у тебя. О, это классные конфеты. Дима, аккуратно, не... Тимоса. Вот так, сверху. Не так, как у меня. Давайте, стойте. Закинь катушку, просто сюда и все. Стеш, отойди, пожалуйста, Стеш. Оставь. Да, кусочек. Я пошутил. Чай. Вот. А мы сейчас везем и поедем отдыхать.
Завтра мы будем, наверное, в Тарпон Спрингс. Здесь тоже, в принципе, недалеко же ехать, да, до Тарпон Спрингс? Вот, рядышком. Это греческий район. Мы очень хотим там побыть. Мы, это, наверное, я, скорее всего, хочу. Я хочу осьминога, именно как греки готовят, потому что, когда мы были в Греции, больше нигде никогда я не ела самого вкусного осьминога. Вот сколько, по-моему, мы пробовали, да? Я всегда вспоминала Грецию. Поэтому здесь я тоже почитала отзывы, что именно вот ресторан в Тарпон Спрингс, в греческом, в этом райончике, там именно очень самый вкусный осьминог, по-моему, во Флориде. Поэтому завтра мы посмотрим, насколько это вкусно, оценим. И я, конечно, очень рада. Хочу очень попробовать осьминога.